В областном правительстве чествовали лучших налогоплательщиков региона. По результатам голосования добросовестными налогоплательщиками были признаны 8 промышленных и перерабатывающих предприятий. Все они существенно пополнили казну региона в прошлом году. В конкурсе могли принять участие организации индивидуальные предприниматели. Главные условия – своевременная уплата налогов, отсутствие задолженности и увеличение отчислений в бюджет. Зарплата на предприятии должна быть не ниже средней по отрасли в области. В регионе имеются стабильно работающие предприятия, и которые на протяжении, наверное, многих лет сохраняют положительную динамику развития, улучшают из года в год показатели своей деятельности. Позвольте мне от имени исполняющей обязанности губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза и себя лично поблагодарить всех налогоплательщиков области, чьими усилиями формируется налоговый потенциал и ресурсная часть региональной бюджетной системы. Лауреатами областного конкурса стали 8 крупных промышленных и производственных предприятий. Это такие флагманы, как Метаклей, Бранд Конфи, Бранд Спива, Электромеханический завод. Благодаря их работе ежегодно в областную казну поступают сотни миллионов рублей. Директор Карачевского завода «Электродеталь» отметил особую важность совместной работы бизнеса и власти над улучшением экономического климата. Хотелось бы получить еще более комфортные условия для развития бизнеса. А это уже власть, а это уже соблюдение тех норм, которые мы должны обоюдно поддерживать, да, и стимулировать. Благодарственные письма губернатора области за безупречное выполнение налоговой дисциплины получили Терматрон-завод, филиал МРСК-центра и компания «Приосколье Брянск». Владислав Боровский, Владимир Шелободов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.